Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Amazfit Bip 3 Pro. И сейчас я покажу вам, как измерить пульс при помощи данных часов. Итак, для начала нам нужно вообще надеть их на руку, конечно же. Выбираем сердцебиение, надеваем на руку. Достаточно плотно нужно их затянуть, сильно, туго, не знаю, как правильно. Вот, и после чего нажимаем «Измерить». Тут там даже пишут, как правильно их поместить. Нажимаем на галочку и ждем. И таким образом мы измерили пульс. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.